Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такой ободок. Что для этого нам понадобится, я сейчас вам расскажу. Для этого нам понадобится синий фоамиран, ободок, можете взять какой вам понравится, линейка, карандаш, ножницы и клеевой пистолет. Для начала мы будем делать наши лепестки. Включаем пистолет, чтобы он хорошо нагрелся, а в это время мы сделаем лепестки. Мы берем кусочек фоамирана, отмечаем 2 сантиметра. И вырезаем полосочку. Ширину лепестка мы отмечаем 2,5 сантиметра. Бьем 2,5. И так от этого 2,5 отмечаем. Где точки, мы вырезаем прямоугольнички. А теперь вырезаем форму. Берем прямоугольничек и срезаем углы. Берем вот такая форма получается. Берем следующий, срезаем углы. И так делаем все заготовки. Заготовок надо достаточно много. У меня они уже есть. Теперь мы будем делать вот такие розы для нашего ободка. Пистолет уже нагрелся. Мы приступаем делать. Я беру лепесточек, намазываю его клеем, склеиваю одну сторону, затем вторую. Вот такая сердцевинка. Продолжаем. Берем лепесток. Вдавливаем клей по нижней линии лепестка. Присоединяем наше начало. И также склеиваем сюда и сюда. Третий лепесток постепенно начинаем его раскрывать. То есть мы берем лепесток, начинаем его не сильно, а оттопыриваем назад. Так получается он более открытый. Продолжаем. Продолжаем делать, лишний клей убираем. Разворачиваем уже лепестки. Получается более-менее форма. Лишний клей уберем. Сейчас я делаю уже крайний ряд лепестков наших. Эти лепестки мы будем закручивать крайние.
придерживаем, чтобы хорошо склеились. Смотрим также, чтобы наши углы хорошо приклеились вот здесь. Особенно, когда уже идет внешняя сторона, чтобы было приятный вид. Видите, если уголки немного отклеиваются, даже хоть чуть-чуть, лучше их немного подклеить. Лишний клей убираем. Смотрите, форма уже есть. Внешние у нас есть 4 лепестка, и мы их сейчас подкрутим. Мы берем нагретый пистолет, вот этой горячей стороной подкручиваем. Берем лепесток и размягчаем. Фоамиран хорошо размягчается и придает форму за счет горячего пистолета. Очень удобно так делать. Некоторые придают форму феном, можно разными способами, но мне пистолетом более нравится, очень удобно. Такой у нас цветочек получился. Смотрим примерно, сколько нам надо на ободок. И делаем. Смотрите, заранее, чем приклеивать на ободок, их нужно раскласть. То есть, вот этот лепесток, цветок у меня будет середина, и от него мы пошли. Стараемся, цветы всегда получаются разной формы, поэтому стараемся, чтобы чуть-чуть которые раскрытие или побольше были вперед, а которые уже поменьше назад. И, думаю, вот этот у нас здесь. И делаем наши цветы до конца. Цветы наши готовы, теперь приставляем их клеить. Мы берем ободок, берем наш средний цветок, который у нас будет посередине. На дно его выдавливаем клей. Хорошо, чтобы цветочки не отклеились. И примерно посередине мы его клеим. Цветок лучше прижать, чтобы он хорошо приклеился. Смотрим, чтобы вокруг не было клея. Если он есть, то просто убрать, пока он не высох. Придавливаем. И вот так цветы клеятся. Продолжаем. Как мы их выклали, так и приклеиваем. Лучше их не прижимать, чтобы было какое-то расстояние, чтобы они не были слипшимися. Клей убираем. И так приклеиваем все-все цветочки. Цветы я приклеила, и у нас получился вот такой ободок. На такой ободок у меня ушло 11 цветочков. Такая красота у нас получилась. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментариях. Я на них отвечу. Также, конечно, когда у вас получится, пишите в комментариях, отправляйте мне фотографии. Я буду очень рада посмотреть на ваши работы. До новых встреч! Не забывайте ставить лайки. Пока-пока!